я думал, это пеленга. А вот и болельщик из чемпионата мира по футболу 2018. Полагая, перед отъездом домой, они решили приехать в Крым и отдохнуть. Черепашка-ниндзя. Отвернулся от нас, не хочет. Настя. На камеру работать. Куда ты убегаешь? Четыре тарзан. Никто не прыгает. Не вызывает ажиотажа, да, такой аттракцион? Ну, ему уже 100 лет в обед. Уже можно было что-то новое придумать. Они придумали. Чуть-чуть выше прыгаешь, чем обычно. Фонтан. Не работает, кстати. Воды вообще нет. Почему не запустить его? Что не так? Воды нет, что ли? В Крыму. Да? Абсолютно сухой и нерабочий. А что это такое? Какие-то пазлы или что это? А, ну пазлы и есть, да? Сколько стоит пазл? Это IQ-пазл, тут нужно из 4 деталей собрать в такой вот букву Т. Это бесплатно собрать. Приобрести 300 рублей, комплект из 5000. Круто. Комплект из 5 штук, 1000 рублей. О, а ну-ка, ребят, сниму. О, вот уже парень стоит. Ну ты молодец, удачного тебе бизнеса. Мы тебя в Ютубе разрекламируем, приедут с тобой фоткаться. Обязательно. Давайте, может, фотографию добавим. Нет, спасибо. Молодец, парень, да? Да. Вообще классно. Так я сначала не поверила, думала, что это статуя какая-то. Молодец. Вот это. Прикольно. Фотография. Сколько стоит фотография? Понятно. 500 рублей одна фотография. Если подвести итог, то в принципе Феодосия не так уж и плоха на фоне других городов, да, крымских, курортных. Как считаешь? Да я ж тебе говорю, что Феодосия это вообще мой любимый город. Любимый? Ну, конечно. А как же Одесса, где ты училась? Нет, ну а я ж, меня все теперь не пустят туда. Ты не выездная? Это в комментариях написали. Все, да, поздравляю. Да, вы не выездные. Я читала, да. Я ж теперь не выездная, да. Ну, вон радуга, смотри. Покажу вам. Видите, какая огромная? Где она тут? Пальцем. Вот она. Круто. Как можно здесь купаться? Смотри, здесь такая грязная вода. Здесь правда, да, очень грязно. Да, мало того, что она грязная, тут еще куча этой тины. Ну, что есть, то есть. А ты еще на карантин хотела, да, вообще? В комментариях наши зрители тоже не советуют нам купаться в, на городских пляжах. На 117-й предлагают съездить, на Золотой пляж. Но это уже в следующий раз. Давай зайдем в фирменный магазин «Коктебель». Посмотрим вина. Вина, да. Ну, пойдем. Заодно и проверим реакцию. Не хочется, конечно, скандалов тут. Но ради зрителей мы пойдем с камерой в фирменный магазин и покажем вам цены. Оп. Что-нибудь посмотрим.
картины. Такой для антуража. Да, здесь надо. Крымский? Да. 05, да? Не знаю, видно, цены нет, но как есть. Одним чеком? Да. Все, еще сюда. А, ты что молчишь, Макс? Да он не молчит, он ждет. Не, я думал, воды и нет. Иди, отдай денег тебе, Макс. Лепли, на кассу. Все, больше ничего? Хватит. Пакетик? Да. Тут. Нет, вы можете, у нас бутылочка пистеть, я вам дам бокалы. Я думаю, у нас шоколад. Ай, можно не ложить. И слова никто не сказал, да? Ну. Молодцы. Ну а по ценам что ты скажешь? Ну, кагур 400 рублей вполне. А мы у себя почему берем? Кагур партенит тоже массандровский. Но партенит почему-то написано. Он вообще 300 с чем? 390 или 380. А Южнобережный? Не посмотрели? А вот не было ни Южнобережного, не было ни этого. Еще там что-то мы брали вот этого. Розовая, мускатная. Мускатель вообще не было. Вот этих. Я не поняла по ценам. Ну, если когор 400 рублей, так по мне. Ну да, нормально. Мы много у себя берем, так это вообще не морской у нас город. Ну, так тут вон набережная. Тоже где-то по 400 она. А Южнобережный 700. Может, кстати, он был, надо потом видео пересмотреть. Не было, не было. Я глянула и этого искала, вот и мускатель, но не было. И снова какой-то праздник. Каждый день праздник. Отдыхающие собрались в группу. Какое-то выступление. Скорее всего, что-то народное, какие-нибудь танцы. Ну да, вот. Понятно. Как обычно, государство никогда ничего более современного, чем перепеть старые песни о главном, не может. Ну, сколько же можно? Я уже об этом говорил, но правда, услышьте меня, пожалуйста. Давайте что-то посовременнее. Пенное шоу где, в Судаке? Да. А, нам уже предложил паренек такую экскурсию.